Доброе утро. Согласитесь, что каждая женщина хочет, чтобы конфетно-букетный период в отношениях продолжался как можно дольше, в идеале всю жизнь, чтобы мужчина всю жизнь заботился о вас, не забывал о ваших интересах, просьбах, желаниях, днях рождениях и зимних сапогах. Возможно ли это? Да. Что для этого нужно? Для этого каждая женщина должна знать три правила. Два из них многие женщины знают хорошо, а о третьем, по моему опыту, часто забывают. Итак, что это за правило? Для того, чтобы мужчина всю жизнь относился к вам как к великой ценности, вы должны, первое, очень хорошо знать его потребности. Второе, очень качественно их удовлетворять. И что очень важно, третье, вы должны сделать так, чтобы мужчина до последнего своего вздоха не был уверен в том, что вы будете делать это бесконечно и безусловно. Вот об этом третьем пункте большинство женщин постоянно забывают. Стоит мужчине проявить немного заботы и внимания, как вы говорите нам: «Вася, я ваша навеки». А поскольку вы наша навеки, скажите, зачем за вами ухаживать, заботиться и дарить цветы? Все равно вы никуда не денетесь. Разве так можно? Я тебя люблю. Мужчине можно сказать только один раз в жизни. Когда? Мы поговорим об этом завтра.